Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Переходим в задание. Так, колоду. Что нам тут выпадет? Выпадает нам мутагеноид. Собственно, персоны. Так, серия испытаний. Погнали. Пробежимся по ней. Так, мы уже на втором круге. Что очень даже хорошо. Возьму, наверное... Давай возьмем маузеров. Возьму Армагона. Кожеголового плюс Кренга. И ко всему прочему возьмем, наверное, Усаги. Ну, все самые лучшие бойцы. Что тут думать? Так, Бакстер, да, значит, у нас тут стоит. Надо его... Попробуем так, колесом пробить. Не вышло. Но ничего страшного, Усаги сейчас добьет его. Так, минус мини-крэнк. Ай-яй-яй. Отлично. Так, ну что, переходим на второй заключительный этап. Змейка-вьюн плюс паукус у нас вот стоит. Так, давай-ка кубарем попробуем. Ага, этих мы с тобой покрошили. Змейка-вьюн падает, и паукус, конечно же, тоже падает. Все, ребята, прекрасно прошли это событие. Ну что же, сейчас посмотрим, где мы на арене. Но я так понимаю, что нас все-таки сбросили, видимо, до лиги Сёгунов одна звезда. По-моему, так. Сейчас глянем. Да, друзья мои, Лига Сёгунов одна звезда, и к тому же еще и ранг 32-й. Что-то меня так не совсем устраивает. На испытаниях все пока тихо. Туда мне и суваться незачем. Так, ладно, давай мы, наверное, сейчас в боях поучаствуем. Как всегда, у нас идет прокачка Пиццелицева. Ой, какой Пиццелицев, что это я? Нет, конечно, у нас идет прокачка Кунаичи. И для этого нам нужно 14, точнее даже 12. 12 таких шляп с напитками. Так, слушай, две нашли уже. И все, да, и поплыли. И поплыли, 12. Так, 13 13 13. Ага, 14. Ну что вы мне эту тыкву подсовываете постоянно? Тыква мне не нужна. Вот, шляпа, давайте. Пошло дело. Я уже сбился со счету, если честно. Так, сколько я там нахапал-то уже этих шляп? А, еще 4 нужно. Ну, мне кажется, у меня не хватит элементарной пиццы. Да, все, пицца кончилась, друзья. Ну что же, нам не хватает буквально 3 шляпы эти. Ну, в следующий раз, я думаю, мы насобираем. Так, уровень персонажа я пока поднять не смогу, потому что не хватает мне мутагена. Так, ну что, пошли тогда на арену. 32-й ранг, я думаю, мы быстренько сейчас отсюда уйдем. Тем более, сам видишь, уровень у противника 52-й. Я взял зэка. Ну и, наверное, у нас получится все. Зэк бросит бомбочку, и, скорее всего, половина так точно должна упасть. Проверим. Ну, почти половина, ребят. Все, молодец, Майки. Сделал свое, так сказать, хорошее, отличное дело. И мы едем далее. Так, а здесь мы переходим на 18 место. Блин, ребят, у меня голос трындец. Горло болит, я говорю, ребят, простудился. И, походу дела, это не горло, а все-таки бронхи, бронхит. Будь он неладен. Потому что больше всего болит именно грудная часть. Комок, отхаркиваться не могу. Короче, сейчас еще на работу. Если на работе легче не будет, придется садиться на больничный. Не хотелось бы, конечно, перед отпуском заболеть. Так, ну что, здесь все изи. Здесь, ребята, мы справились. Причем довольно быстро и легко. Так, и
Я думал, сейчас перейдем, но не тут-то было. Всего лишь третья позиция. Это только лишь, друзья мои, Лига Сёгунов 2 звезды корячится. Да. Так, ну что же, я думаю, наверное, все-таки Донателло своими сюрикенами двоих, троих должен, в принципе, подбить. Да, Донни, я на тебя надеюсь. Троих, отлично. Это Майки пускай что хочет делать. Инициативу там прибавляет. Мы делаем пробивной. И плюс вот эту вот шайбу. Шайба-бомбочка. Все, прекрасно. Мне кажется, даже если бы, ребята, не было бы бомбочки на этой шайбе, она бы так звезданула, представляешь, по зубам. Все там сразу. Хана мандрыга будет. Ну что, друзья мои, мы пришли на следующий ранг, но вот чтобы мне давали кубки, я не вижу. 15-20 и все. А по идее должно быть у нас 16-21. Ну, по логике, если подумать. Но, видимо, видимо, они считают немножко по-другому. Ладно, ладно, беру Макмана. Опять же, надежда вся именно на него ложится. Ну что за булдыги? Стоите, ждете. Давайте, вот вам торнадо мусорное. И ультразвук. Вот и все. Что может быть, как говорится, лучше? Я очень этому, друзья мои, рад. Что все идет пока у нас хорошо, но то, что продвижение идет очень медленное. Я, честно говоря, думал, может быть, сегодня все-таки доберемся до Лиги Мастеров, но судя по тому, как идет продвижуха, вряд ли. Вряд ли. Так, а у нас... А что у нас за день недели сегодня? А сегодня у нас пятница, да? Пятница. А там остается у нас суббота, воскресенье. Блин, и в понедельник. Нам надо как-то ускориться. Как ты тут ускоришься за два дня? Я не знаю. Я ума не приложу. Как там тут можно вообще рвануть, бустануться? Ну, если мы даже сегодня, например, дойдем до Лиги Сёгунов 3 звездочки, это в лучшем случае, то до Лиги Мастеров 3 звезды это офигеть, как долго пиликать. Так, минус. Давай так попробуем добить их всех. Да ладно, блин. Сплинтер, ты оборзел, что ли, а? Что тыкает, смотри-ка. На, получи. Угу. Прекрасно. Ну что же, тогда смотрим. 51-е. Всего лишь 10 ступенек мы пролетаем. Да ну, ребят, ну это не серьезно вообще. 16-21, отлично. Так, значит, берем Рафаэля, берем Микеланджело и... Ну, пускай будет слэш. Пускай будет слэш. У них, кстати, 61 уровень, а я еще до сих пор на 56-х зависаю. То есть тут уже придется нам брать, например, одного высокоуровневого, да? Или даже двух. Нет, одного пока еще. И продолжать, ребята, бомбить их. Видишь, слэш. Сотого уровня, но все равно, ребят, как ни крути, он слабоват. Именно по атаке он не смог их уложить, хотя у них всего лишь 61 уровень. Да ну, что за бред? Ну-ка давай так сделаем. Эйприл будет хилять сама себя, понятно. А у него, кстати, вот этот вот телефончик в виде черепашки. Это, наверное, для того, чтобы соединяться с черепашками ниндзя, скорее всего, да? Мне кажется, это именно для этого телефончик придуман. Специальный такой. Ну что, 38 место, и сейчас... Сейчас... Нет, давайте мне 16-21. Команда практически не отличается от предыдущей. Так, 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 и вот так. Опять же, вот опять же, большие риски. Я взял всего лишь одного персонажа. Это Ванька. Да, я знаю, что он мощный, но если он сейчас не пробьет,
но он пробил. Мне бы стало бы очень тяжело. Мне бы пришлось бы подождать, пока каждый из них сходит. Потом, если бы мы все там выжили, Ванька бы достал бы пулемет, и только после этого мы смогли бы выиграть битву. Но это очень, очень рискованно было. Так, я смотрю, здесь майки 59 ранга, да? Раз, два, три, четыре. Блин, я до сих пор не могу перейти на 60-х. Ну, вы сами заметили, что сколько у меня 55-х, 57-х, 56-х уровневых персонажей. Их дофигище просто. И всех отыграть своими силами я могу только лишь, наверное, в самых-самых начальных этапах, когда у нас проходит буст. В другом случае это не получится просто никак. Ну что, 10 место. Давай попробуем еще разочек сыграть. И, наверное, уже перейдем на следующую лигу. Здесь я возьму Кренга. Одного его будет достаточно. Черт, как же тяжело говорить, а? Если бы ребята знали. Постоянно вот эта вот боль. Ну что ж, давай тогда сделаем вот так, наверное. Луча будет им достаточно, скорее всего. Да. Это, ну, это хороший показатель. Крэнк, понятное дело, ребята, разруливает ситуацию, будь здоров. Так, и вот Лига Сёгунов. Три звезды, 96-я позиция. Поехали в бой. А ранг, как я смотрю, нам не повысили. Беру кожеголового. Ну, видишь сам. Еще буквально надо будет разыграть шинигами, и только после этого у нас будет 60-й ранг наших бойцов. Кожеголовый, ты сможешь нормально все разрулить? Он просто прекрасно, ребята, разрулил. Всех разбомбил. За что я ему признателен очень сильно. Так, и у нас 84-е место. Ну, давай так попробуем. У меня только мало... Нет, у меня еще есть Шреддер. Шреддер. У меня еще остаются Маузеры и... И Усаги, да? А ну-ка. Супер Шреддер, давай. Наяривай. Да ладно, Вань, ты что, серьезно, что ли? Он захотел еще, ребят, побрыгаться, оказывается. Но, видишь, как... Мы его наказали все-таки. Точнее, наказал его постепенный урон, который повесил Супер Шреддер. 75-е место. Ну, давай теперь возьмем тогда Усаги. Раз, два, три, четыре. Как думаешь, Усаги сможет всех одной плюшкой завалить, вертушкой своей? А мне вот лично интересно это посмотреть. Ну-ка. Ну давай, давай, давай. Угу. Ну слушай, нормально он, в принципе. Нормально звезданул. А эти даже недобитки, которые остались, у них все равно висел на них постепенно урон. Так что у них шансов не было. 57-я позиция. Так, во, 16-22 мы уже переходим. Раз, два, три, четыре, пять. Пока попробую, ребята, отыграть 80-х своими силами. А там с Маузером, ну, может быть, любых четверых взять, он, в принципе, разрулит ситуацию. Причем на изи. А, ну и что ты делаешь? Вот что вот он делает, ребята? Хил применяет. Для чего ты применяешь хил? Ты мне объясни. Баранья ты голова, а? Урона не было никакого, повреждений никаких не было. И он все равно, ребята, делает свой хил. Ну, с одной стороны, для нас это только хорошо, потому что он его потратил. И, соответственно, я могу спокойно их теперь разбирать, зная то, что хила у вас больше нету. Угу. На тебе плюху. Готов. Такс. Ну что, посмотрим. Ну, наверное, 40-я будет, да? 47-я. Да, друзья мои, ровно 10 ступенек мы пролетаем. 16-22. Ну что, Маузер, ты готов? Раз, два, три, четыре. Нам придется, наверное, еще кого-то брать по откату. Нет, конечно, можно попытаться своими силами, но что-то я как-то сомневаюсь.
Маузер на супер прокачанном седьмом скилле. Просто, просто в труху всех, кто ему попадается на пути, он просто сносит их. Так, дальше у нас идет 35-е место. Ммм, 16-22, давай сюда быстрее, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Но как вот ты думаешь, сможем ли мы своими силами здесь справиться? Я думаю, что вряд ли. Почему, ребят? Потому что у нас разрыв. Кстати, смотри, то, что повесилось уклонение, это хорошо. Но разрыв у нас маленький по уровням. Всего лишь 4-5. Так, иммунка повесилась. А если я... По идее, мне надо вот этого хлыща бомбить. А ну-ка. Так, Бакстер упал. А этот хиляться будет, ты посмотри, а. Нифига он себе хильнул. Это еще и защиту вешает. Зашибись, ребят. Массовая атака пошла. И попал, причем, ребят. Так, подожди секунду, сейчас попробуем. Наверное, вот этого добить надо. А если так? Ладно. Криса. Двоих хотя бы. Есть. Остается, ребят, у нас кабан. Давай попробуем так, наверное, сделать. Удар хвостом. Воу! Изи. Ну как изи? Изи-пизи. Ну, на самом деле, ребят, нифига не изи. Но бой был великолепен. Слушай, нифига у него какой удар мощный хвостом. Не ожидал. А, подожди, а нам больше все, ребята. Нам больше здесь делать нечего. Мы всех отыграли. И до Лиги Мастеров мы не добрались, к сожалению. Я попробую, наверное, сегодня все-таки еще вечером поиграть. Не знаю, за кадром или как там, как получится. Надо пробиваться. Так, где он мне поцелится? Я могу ему уровень вкачать? Могу. 79-й. Так, здесь заберу награды все. Кстати, у нас, по-моему, вечером, ну, в пятницу же, должно будет открыться, ребята, Черепашья буря. Да, оно откроется через 38 минут. Вечером, скорее всего, я поиграю. Да. Ну что же, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.